И последнее. Сегодня в Ноябрьске выбрали «Мисс Весну». Уже ставший традиционным конкурс среди студентов прошел в молодежном центре «Современник». Для участия в нашем конкурсе были выбраны самые достойные представительницы средних профессиональных и филиалов высших профессиональных учебных заведений нашего города. 10 представительниц прекрасного пола из 5 учебных заведений города, филиала Тюменского госуниверситета, Ноябрьского института нефти и газа, филиалов Уральского федерального университета и Ямальского многопрофильного колледжа, а также Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий выясняли, кто все-таки достоин звания «Мисс Весна». Каждая девушка должна была принять участие в 3 конкурсных заданиях – визитка, дефиле и группа поддержки. Причем последнее задание болельщики готовили без участия самих конкурсанток. По итогам всех испытаний победительницей стала Марианна Калинина, студентка Ноябрьского института нефти и газа.